уберутся, направо, тоже, с ним поговорить. Лесной пожар. Объятия. Сторожевые башни пылают, но стражи успели предупредить племя. Искатель, ты вернулась. Что с остальными? Они отступили. Укрылись внутри священной горы. Но безбожники и демоны гнались. Как тебе помочь? Мне никак. Я уже сломлен. Осталось недолго.
Мария. Она стояла до последнего. Но ее смерть дорого ему обошлась. На что еще, кроме достойной гибели, она не надеется? Здесь оборону. Бросили все силы против затмения. Но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел. Тогда мне придется что-то выбросить. Объятия. Что с ними стало? Это был мой дом. Мой мир. И его разрушили за считанные часы. Отец не слышно. Никогда еще в объятиях не будет идти. Thank you.
Ты я приберегу. Теперь нужно и дух перевести. Тревога! Там мне придется что-то оставить. Еще одна битва. И еще одно поражение. Затмение идет дальше. Thank you.
Лишняя тяжесть. Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. Если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. Вот так! Разнесем гору! Вару и Сона, они живы! Уничтожьте демона! Землю, демон! Кто запомнит нас, богиня? Убейте его! Сразите его! Это все Элой! Мы лишь помогли! Не верится, что выжили. Нет места. Элой! Все так же, как в старых преданиях. Железный бес вновь сражен на склоне горы. Если ты... Ты спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Вару, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богиня.
Но воины всего несколько, и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Значит, выжившие укрылись в горе? Но ведь туда вроде можно только матриархам. Тирса нарушила запрет. Велела жителям спрятаться внутри. Лензра была против. Но в этом гомоне ее просто никто не услышал. Тирса спасла много жизней. Хорошо. Хоть в ком-то возобладал здравый смысл. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Наконец вернулась. Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры! Мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. Она проклятие воплоти. Она нас всех. Посторонитесь. Элой. Все, разговор окончен. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Поправка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сула. Вы можете войти. Внутри. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим.
Скорее продолжим. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Так это искусственные матки? Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я? Так значит, здесь? Здесь ты родилась. Но почему? Это что, колыбели? Колыбели комплекса «Колыбель». А эти существа, исполнители, заботились о младенцах? Больше было некому. Прошу. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет, я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время. Голубой – это цвет неба. Белый – это цвет облаков. Желтый – это цвет солнца. Зеленый – это цвет травы. Цветы бывают любого цвета. Посмотрите. Пчелы желто-черные. Они любят цветы. А вот и они. Здесь они жили? Какой беспорядок. Все сломано или испачкано. Сколько они тут прожили? Нарушили правила. Дай нам поговорить. Уходи.
Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Но ты ведь даже не человек. Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Недопустимо. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Они провели тут. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собик. Можете проходить. Добро пожаловать в лице. Хранилище знаний. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Здравствуйте, ученики. Пожалуйста, возьмите визор и закрепите его на голове рядом с глазом. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. А здесь их целая куча без дела валяется. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать, столько перспектив и возможностей. Внимание! Неисправность. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Ты была права, Элой. Это кладбище. Мавзолей знаний. Подумать только, чего бы мы могли уже достигнуть. Вдруг его можно починить. Но я сюда не за этим пришла. Конечно. Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжу. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день.
твой первый... Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание, для доктора Сон. Не исправь. Просканируйте сообщение. Аполлон отключен. Что-то важное. Да. Полагаю, сейчас мы много узнаем. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока АИД не взял на себя управление, я готовлю реактор Гея Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить АИДа. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. АИД отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет. Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать АИДа, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока АИД функционирует. АИД должен быть уничтожен. Это все.
Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент, изготовленный машиной, рожденный в хаосе, в пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Неисправность модуля опознания устранена. EVP-9. Выводы контроля. Доступ к отряду. Прости! Прости! С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать дальше. И ты это сделаешь? Такова
Ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Нужно было взять телегу. Ха!
Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные, но людей они не потерпят. Тоже меня удивил. Да, они стоят на страже. Но можно прошмыгнуть. Я беру дорогу. Теперь я знаю, что они тут стерегут. Я это не унесу. Есть жертва Геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить.
смотреть вниз. Не смотреть вниз. Таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Ты много времени тут провел? 19 лет назад. Эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамени. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Что? Мне нужно идти. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сад. Можете проходить. Будь осторожна. Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. 11, считая Гею. Цыплят эмбрионов по осени считают, дорогуша. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Мог уж запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порнокомиксов.
Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на три расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, Веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Вот и последний топливный элемент. Теперь я смогу добраться до тех доспехов.
Никогда не знаешь, когда пригодится. Эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Осталось два. Еще один. Ну вот, последний. Все заработало. Теперь надо выстроить диски. Тут, наверное, какой-то код.
цифры наверняка связаны с секторами круга. Кажется, предтечи таким образом определяли время.
что это за доспехи. Отлично. Теперь посмотрим, что можно сделать с этим материалом. Вот теперь я точно потом.
что? Мне нужно идти. Видимо, мне туда. Не думай, Элла, действуй. Это хорошо сказано. Вот и все. Не сюда. Может, выше по шахте? Здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Запись. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но не могу разобрать время. Мне снилось, что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом. Нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли. Даже не со всхлипом, а с шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку огня. Главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Геи Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой.
С молчаливой планетой, с бесплодным шаром, осталась лишь Гея и ее долгий-долгий сон. Надеюсь, ей не будет одиноко. Считанные мили, но с таким же успехом он мог бы быть на другом краю галактики. Там все эти беты, гаммы и обслуживающий персонал. Не будь я Альфой, сложись все по-другому, я бы тоже мог быть там. А вместо этого я проведу остаток дней здесь, с людьми, которые мне даже не нравятся. И без того человека, с кем я бы охотно разделил свою судьбу. Будь у меня хоть шанс. Всего 2 часа, как я подписал финально исполняемые модули, а уже ворчу в свой визор, как вздорный старик. Грядущие поколения, примите к сведению. Это Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор кажется всесильным устройством. Но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни... Недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Элизабет, что
створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такое не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... Привет, Лиз. Я знаю. Знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе на этот раз досталась роль и спасителя, и мученика. Поздравляю. Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло. Потрясало. А в итоге он тебя убил. Или ты умерла за него. Как посмотреть, никто не мог за тобой угнаться, сравняться с тобой. Не знаю, может, если бы я не уехал тогда в Йоханнесбург. Я рад, что ты в итоге зарубила протокол смотритель. Если бы тут появилась еще одна ты, я бы не выдержал. Элизабет Собек может быть только одна. Я скучаю. Слушай, Лиз, ты была хорошей девкой, по-честному. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лиз. Господь свидетель, ты заслужила покой.
твои дела? Доктор Ронсон, я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. Марго, прости. После гибели Лиз совсем некому стало его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему в основном нужны отчеты. Сотни отчетов о вещах, в которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лиз все это пресекала. Он совсем не понимает устройство систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лиз всегда говорила, не злите его. Смеетесь? Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Может, мне просто его игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Что он нам сделает? Элой. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения, они исключительны. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет, но не это главное. А главное, что она была готова пожертвовать собой. Ради других, ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сентименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла, ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего, нам пора. Доктор Брошар Кляйн, могу я высказаться не по протоколу? Ну, можно. Кто ж тебе запретит? Доктор, вы истощены. Я наблюдаю у вас нарушения в цикле сна. Вы страдаете от депрессии? Ну, все-таки меня пожизненно заперли в научном комплексе. Сама как? Из квадриллиона рабочих циклов 10 тысяч посвящены осмыслению факта смерти доктора Собак. Возможно, стоит перевести эти процессы на карантин. Как вы считаете? Я не психолог, Гея. Особенно по части машин. Не надо. Это... естественно. По крайней мере, в контексте нашей с тобой работы. Хотя, естественно, ее вряд ли назовешь. Она твой создатель. Святая покровительница этой авантюры.
Дева смелых допущений. Даже в случае крупных сбоев шансы нового рассвета на успех достаточны, чтобы не использовать термин допущения. Это называется фигура речи Гея. Возьми на заметку. Запихнем им в голову, Лиз. Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. Кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. К чему все это идет? Продолжай. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы.
задействовать управление. Доступ Альфа заблокирован. Что еще за доступ Омега? О, нет. Персонал Альфа. Не хочу вас пугать, но... Вы слушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Их убил. Теперь ясно, почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Только не свались, не свались. Thank you.
Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение, культ Аида, его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль. Не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его. Пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый Титан в самой гуще джунглей Алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Лади Смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире. Племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким боком? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. Ах, на руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе меридиан. Они религиозны, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахавасом, Гелис тоже там был.
Так родилось затмение. Что угодно ради святого меридиана. Аиду наплевать на меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят. Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Ха. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификации, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду. Но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы, я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе и немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олен? Обнаружена угроза системе? Такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Ты делал ужасные вещи. Но все же попытался исправить ошибки. Конечно, сделанного не вернешь, но ты хоть пытался. Чтобы ты понимала, я бы сделал все это опять. Ну, где-то бы подстелил соломки, но сделал бы. Правда? Ничему тебя жизнь не учит. Я сделал, что смог. Ну, а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, а меня сюда не звали. Проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты? Сущность неизвестна. Мое имя Сайленс. А твое? Я думаю, ты не стал бы звать, если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной период. Время? Сейчас.
сейчас правит 13-й король дома Солнца Карха? Вопрос Карха! Давай лучше по порядку. Тебя создали предтечи? Интересно, сколько ты пролежал здесь, пока я тебя не нашел? И как долго тебе придется ждать кого-то другого? Очевидно, что ты очень могуч. Но без меня ты отсюда не сдвинешься. Титан просто оболочка для интеллекта. Вопрос Карха! Другой разговор. Задача выполнена. Да, сеть визоров работает. Все параметры соблюдены. Можешь сам убедиться. А я подожду. Но, смею напомнить, мне причитается награда. Квантовая обработка. Данные скомпилированы. Объем слишком велик для пересылки. Как не кстати для меня. Явись передо мной и получишь свою награду. Хорошо. Гелис, обнаружена угроза в затмении. Назови имя, Отей, и отступник умрет. Имя этой угрозы — Сайленс. Сайленс. Да. Истина, нашептанная ночью, хорошо видна днем. Он всегда был чужаком. Будет исполнено. Аваду, что затмение готовит атаку. После этой истории с Дервалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Но шпион...